Здесь очень много людей интересных бывало. За те больше, чем 15 лет, которые я тут живу, здесь, скажем, блевали по пьянке даже многие люди, в том числе сын австрийского посла. Вот. Здесь много интересных табличек прямо при входе находится. Например, вот эта табличка, украденная мною из того самого заведения, которое тут изображено. Туалет у меня называется танцевальным залом. Табличка снята в санатории Дорохова. Наверное, там до сих пор ее нет, а может быть, ее заменили. Можно заглянуть в туалет. Ничего особенно интересного тут нет, конечно. Зато есть какие-то плакаты. И вот мой любимый портрет Мусоргского. С надписью «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Календарь очень интересный, с такими интересными числами. Ну да бог с ним, с туалетом. Пойдемте дальше вот на кухню. Вот с 87-го года, кажется, я здесь готовлю еду. И не только я, тут много кто готовит. А вот здесь живет Роза Петровна, моя соседка. Это реликвия этой квартиры, известная по всей Москве, в общем, человек. Роза Петровна! Можно вас на секундочку? Да, да. Вот, познакомьтесь, это Роза Петровна, сирота. И мы с ней вот как внук с бабушкой, примерно. Да, живем долго. Долго живем вместе, и как-то вот очень теплые отношения сложились у нас. Хотя бывали времена, когда мы с вами ругались, Роза Петровна, помните? Было дело, что я бил посуду, было дело, что мы кричали друг на друга. Нервы. Ну, в общем, нервные все люди, действительно. Что я могу? Вот я хочу сказать, что сейчас появился у нас такой человек в государстве, который играет очень большую роль для людей. Он стал думать о людях. Это Путин. И мы ему очень благодарны. И пенсии вообще как-то... Никогда даже разговора не было, чтобы повысить пенсию или еще что-то. Столько лет. Никогда об этом. А сейчас он о всем, обо всех, я считаю, думаю. Вот, это ванная. Опять же, общая с массой других людей, к сожалению. Хотелось бы иметь свою собственную ванную, куда никто не лазит. Но, тем не менее, вот какая есть. И, ну, это важное место в моей жизни. Я тут много всего придумываю. Я часто провожу здесь по часу, о чем-то размышляя. Увлечение минимализмом началось совершенно в определенный момент. Ко мне пришла некая моя знакомая и принесла кассету с музыкой композитора Райха. И, собственно, вот в этот момент я и влюбился в минимализм. Есть совершенно конкретная пьеса Райха, которая вот меня поразила и, в общем, порадовала. И я вдруг понял, что вот примерно то, чем бы я хотел заниматься в дальнейшем. Не могу сказать, что я стараюсь копировать, но, конечно, как-то на меня влияет и творчество Райха, американского композитора, и Наймана, и многих моих коллег, наших отечественных. Но как-то вот в един момент получилось, что я познакомился с музыкой американцев, с музыкой Сильвестрова, Пярта. Это все примерно в один момент, пока я учился в консерватории. И это основное, что, собственно, мне консерватория дала. Это некий широкий спектр авторов и сведений о том, какая музыка бывает на самом деле. Вот очередной родик. Это эти вонючие прокладки, которые у меня вот здесь уже сидят. Не могу их видеть. Никак я не могу сесть спокойно поработать над своими собственными произведениями. Все какое-то говно предлагает мне делать. Просто невозможно уже везде. Нагло наигрываешь. На самом деле ты, я вижу, очень рад очередной порции денег. Деньги – вещь хорошая, но это полное говно. Вот, вот. Мобильный телефон в трусах. Очень интересно. Место прокладки. Это же затычки, на самом деле, не прокладки никакие. Это мобильные телефоны. Ой, ну давайте попробуем это сделать каким-то образом. Загудело. Так бывает.
что мы имеем? Мы имеем странный момент. Там, где предмет женской гигиены, почему-то звучит хэви-метал реальный какой-то, вот такой хардкоровый, непонятный. Это очень странно, но, видимо, так и нужно. Придется это сейчас делать. Чего не сделаешь ради куска хлеба и небольшого икры такого маленького. Ну, ничем-то неуловимо напоминает обком и крепость одновременно. Внешнеполитическая цитадель в самом сердце американского империализма. Никто официально здесь пока не подтвердил сведения о выставке еще от 40 до 50 сотрудников российского посольства. Пресс-секретарь Белого дома рассказал сегодня о том, как было принято решение о выдворении российских дипломатов. Просто мы информировали подробно о том, что на ходе расследования дела Роберта Кастена в самый момент его ареста. На прошлой неделе у президента Стерео-гур-гур. Там собаки, здесь собаки, какие-то дети. Жизнь идет. Я вообще очень часто люблю использовать в музыке какие-то конкретные шумы. Это может быть звук ручья, или шум ветра, или пурга какая-то. Люблю. Но люблю использовать в качестве музыкальных таких вот звуков. То есть это все музыка вокруг. Как говорил Джон Кейдж, так оно и есть, действительно. Это можно все слушать отдельно от музыкальных звуков, как некую симфонию. А тебе не жалко тратить время на прокладки? Так это же деньги приносит. Я не люблю, когда нет денег. Это плохо, это неправильно. Мне кажется, что голодный композитор — это неправильно. Пусть он лучше будет сытым, и пусть он сочиняет нечто радостное, нежели в голодном виде. Какую-то кошмарную смурь, как часто бывает. Ведь, наверное, не зря в нашей стране столько родилось музыки грустной и трагичной. Вот я небольшой любитель писать такую музыку, и поэтому пусть лучше деньги будут. И для этого я пойду сделаю прокладки, доделаю их. Сейчас. Завтра я сделаю итальянские сапоги, послезавтра это будет булочно-кондитерский комбинат «Звездный», потом это будет что-то еще, какие-то собачьи консервы. И все это, я к этому отношусь очень спокойно, наплевательски в большей степени. Но сделать надо. Зато я не хожу на работу, на завод с утра.